Всем привет! Я сейчас нахожусь в Арсенале. Это галерея современного искусства в Кремле. Здесь сейчас работает выставка «Простые чувства». Она будет работать до 10 числа, до 10 декабря. Мне очень понравилась история о том, как художники ходили по домам жителей, соседей, и собирали их на чаепитие, выводили их во двор, все вместе пили чай на улице, знакомили соседей, которые живут годами друг с другом и не знают, кого как зовут. Парковой дорожке, по которой ты идешь и чувствуешь, как под ногами шуршит гравий. Я лично здесь очень классно отдохнул мозгами. У меня был сегодня тяжелый день съемочный, и когда я пришел сюда, я здесь просто кайфанул. Здесь очень тихо, очень много адекватных людей вокруг. Все ходят, общаются. Парочек много, кстати. Но я вот смотрю по сторонам, мне очень-очень спокойно становится. Я сейчас иду почти по воде, а сверху идет дождь. Ну вот, до 10 декабря выставка работает. Приходите кайфанете, как я. Выставка стоит 150 рублей. Ну, несколько выставок можно ходить из одной в другую. По средам целый день. 12 до 8 вечера, вход бесплатный. А вот это молочный бар, здесь можно сидеть и пить молоко. Такие в Норвегии есть бары молочные, теперь и здесь, в Нижнем Новгороде, в Арсенале. Приходите в среду бесплатно пить молоко, либо в другой день за 150 рублей посетите эту выставку. Еще плюс все остальные выставки тоже включены в стоимость. Класс!